Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи Галины Титовой-Дмитриевой. Композиция называется «Рада бы в рай, да не знаю дорог». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Я в храм Божий войду за порог. Прошу прости прегрешения, Бог. Была безбожница, это порог. Рада бы в рай, да не знаю дорог. Есть обители, выход и вход. Испытали радость, много невзгод. До рождения не нуждались ни в чем. Родившись на испытание, ты обречен. Твои замыслы людям земным не понять, лишь в мыслях вселенную можем обнять. Приходим безгрешны и грешим, веселье проходит, плачем, скорбим. За годы прошла мир вдоль и поперек, много всего познала я впрок. Все с рождения заложил ты в нас. Свет любви в глазах не погас. За годы прошла мир вдоль и поперек, много всего познала я впрок. Все с рождения заложил ты в нас. Свет любви в глаза не погас. Здоровье уходит, надвигается тьма. И боли терзает сердца и тела. Жизнь становится как западня, с сожалением думая, не будешь юна. И поднимая опять к небу взор, летит в небеса молитвы набор. Щедр ты и добр, всемогущий Творец. Для нас небесный мудрец и отец. И поднимая опять к небу взор, летит в небеса молитвы набор. Щедр ты и добр, всемогущий Творец. Для нас небесный мудрец и отец. В небо уходит положенный срок, в прах превращается даже цветок. Там не надо ни зла, ни серебра, там смирение нужно и море добра. В небо уходим положенный срок, прах превращается даже цветок. Там не надо ни зла, ни серебра, там смирение нужно и море добра. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович.
Музыкальная композиция «Экспромт». «Рада бы в рай, да не знаю дорог». Стихи Галины Титовой-Дмитриевой. Музыка исполнения «Солнце».